Доброе утро. Сегодня у нас 22 августа. Время 4:20. Собрались на рыбалку. Там, если видно, стоит туман. Смотрите, на два слоя разделился. Там совсем еще густой туман. Ну вот, будем сегодня рыбачить на спиннинг. Первым сегодня решил поставить резину Манс, так как на прошлой рыбалке она очень себя хорошо показала. Но, к сожалению, сегодня за ним выходил только мелкий окунь. Для сегодняшнего дня, я так понял, для окуня нужна приманка с более активной игрой. И поэтому в ход пошли твистерочки. И вот действительно, дело пошло.
это хороший окунь. Ух, красавчик.